Я хочу познакомить вас с обзором пакета документов, который вам подойдет для открытия и работы центра, который будет готовить детей к ЕНТ, а также будет сочетать в себе дополнительные занятия, например, такие как продленка или подготовка к школе, к поступлению, такие как НИШ, РФМШ и КТЛ. Меня зовут Новикова Олеся, я являюсь директором сети FostroKids, уже последние 12 лет и коучем по открытию и развитию образовательного бизнеса, запустила более 100 проектов, и я являюсь автором этого пакета документов. Если вы хотите заказать данный пакет, пожалуйста, обращайтесь по контактам, которые в описании видео. Итак, что же вы можете получить в рамках этого пакета? Это 20 папок, который содержит огромное количество материала, а именно 170 файлов. И здесь давайте посмотрим, что находится в папках. Это законодательная база по открытию, бизнес-план и стратегия, концепт бизнеса. Обратите внимание, что здесь есть как инструкции, так и обучающие материалы в виде презентации. Как зарегистрировать компанию, ИП, ТО или, возможно, вы используете патент. Как получить грант в Казахстане на открытие бизнеса. Поиск помещения и договор аренды. Обратите внимание, что здесь также есть видео обучение в разных вариантах. Вот почти в каждой папке есть мое видео обучение, которое посвящено определенному вопросу. В частности, здесь по дизайну и оформлению курсов. Все для администратора и работы с клиентом. Расписание. Поиск и найм персонала, должностные инструкции, типовые приказы и заявления, виды договоров с персоналом, все о заработной плате и мотивации, карта задач и чек-листы, инструкции по технике безопасности, как открыть городской лагерь, как управлять им, примеры мотивации персонала, финансы и как считать расходы и доходы, как организовать онлайн-обучение и все о продвижении. Здесь полностью есть маркетинговый план, контент-план и очень много обучающего видео о том, как создавать телеграм-каналы, как работать с картами и как вести Инстаграм. Заказывайте данный пакет документов, и вы сможете легко открыть такой вид бизнеса.